Привет всем, кому плюсаны? Привет, Конику плюсаны. Вот, ну минус в том, что он стал как это, блять, как он называется, как ДКшник, соло таргет. То есть на пачках единственное, что я могу дать, стан, удар грома, но там агра у меня. На пачке придется вихрь разряжать, что куда деваться. Да тоже смысл, он по четырем целям, блядь. То есть Мишка по пачкам нормальный, протопал. ДКшник. Ну, Ван Анхоли ДКшник нормально по пачкам. Да. Ну кто Анхоликом играет, блядь? Я. Ну вот ты пачки танчи, а я боссов. Изи, да? Это как Фрост ДК в 2, ты 5 вообще только салатары. А чё, воюешь с 4 кусков? Да, там агро с 4 кусков на вы. 2 куска, я даже не брал. Чё, Рэдбаром поедем? С лодком? Кто из них придёт? Лёха тут? Микрофон вроде выключен. Чё по плану сегодня? Один квартал, потом соляры. Да я бы два ебану. Да чё по плану, адмирала нет, теперь Джайна никому не нужна и всё. Ну в смысле никому нужна. А ещё кому-то нужна. Ну всё, Левай, короче. Блин, белая стая вас ждёт. Я только это не понимаю, там три приста в рейд ходит, 2-3 постоянно, но он, там второй состав какой-то есть или что? Или он чисто так ДБМ делать пошел? Серёг, такое ощущение, что ты бальзама на душу хапнул, как адмирал съебал. Да нет, ну просто меня уже, знаешь, заебало вот это. А мне похуй, в каком спеке играть, вот совершенно. То, что я там буду на четвертом месте по ХПС, либо в ДЦ на первом. Но, блин, я вижу просто, как считывается рейд, и я вижу, что человек полбоя, ну, я не знаю, что можно там нажимать. Левой рукой бегать и нажимать одновременно, то да, я поверю, что так можно считывать в Т5. А так-то, блядь. Я вайпаюсь, а он не считывает просто, ну и нахуя это нужно? Я ему сказал, делай хули спик и просто там тыкай, кого это сильно пробивает, и все, и бегай, ничего не делай просто. Ну, человек, видишь, как бы он, ДБМ важнее ему, блин, чем рейд. Ну, видишь, у кого-то там важно первое убийство, там, какого-то босса в ХМ, а у него первый на серве ДБМ. Еще раз шкаф. А че, ФК же там или че? Да, я, короче, помню, когда я в Пугарейде был на груле Гер, и я в первый раз адмирала увидел. Он такое хорошее впечатление у меня сложил, ну, типа, блядь, я не знаю, он был в холле присте, только не в ДЦ, и... Не, он вчера первые два пула-то... Нет, позавчера, получается, да, он первые два пула нормально, первый пул у него 21к хпс вышел, я говорю, блядь, щиты на всех висят, ну, все, думаю, человек за ум взялся. Второй раз, блядь, 17к хпс, потом 11, блядь, он на четвертом месте по рекаунту, потом он на пятое место сваливается, и последний пул, блядь, он никого не умудрился даже засчитовать до пула, блядь, даже танка хотя бы один щиток кинуть, его даже вообще в рекаунте не оказалось, просто. И, ну, блин, это уже беспредел просто-напросто. Это рекорд. Все, конечно, хорошо, все, конечно, хорошо. Этот, погнали, Войд, короче, давай, против.
танчи. Ага, ты это... Кого в рейд еще возьмешь? Там, Вара или кого-то еще? Не знаю, я еще не формировал, пока трэш. Там более-менее так. Куда идем-то? Сейчас докурю. Целка сегодня полностью допронесем и забьем. Может завтра быть, этого потравили бы хоть? Завтра сходим. Сегодня давайте целка допронесем, чтобы ничего не осталось, блядь. Резко еще. Дайте какие-то бафы. Какая резко? Лёх, просто я боюсь, что завтра людей не будет, а сейчас бы подтянулись, можно бы квартал ЦЛК, может, закроем и сходить потраить чуть-чуть, да. А завтра бы уже до проноса. Да, блядь, забей, типа, на этой неделе соляру не планируют убивать, хотя бы немного посмотреть, там, придрочиться, а на следующей неделе уже полноценно тратить. Поэтому, типа, я не планирую, ну, как бы, я планирую первую фазу пройти. Потому что вторая хуйня, ну типа вторая фаза там пиздец. Я планирую первую фазу пройти, а для первой фазы там, блядь, достаточно коника иметь, достаточно иметь Кирса в рейде, все обычно. Остальным можно не приходить? Не, это два человека, которые будут делать всю работу за весь рейд. А когда мы РС-ку-то закрыли? Блядь. Субботу. После Алара, Алара убили и закрыли РС. А чё упало? Хуй его знает. На танка что-то, по-моему, упало. Хило кольцо упало, по-моему. Плащ упал. А, не-не, там полностью все на это, на тряпочника упало. Там хуйня, короче, какая-то попала, я даже сам уже. Я помню, что в этом ДВ составе чешками лишнее упало, а так чешки не падали. А там все на тряпочника, наручи упали, по-моему. Плащ или что-то такое, или кольцо. Плащ еще упал, что-то такое. Да. И кольцо в Киловском. И еще там третья шмотка, по-моему, была какая-то, нет? Ну, плащ, зап и кольцо. Мы ж после Алара. Вот, да. И после все Алара. На приста, грубо говоря. Все, что мне нахуй. После Алара в субботу ходили туда. Типа Алара убили, потом перекур был там часик или два, блядь, и потом сходили, убили еще это. Типа РСП. Если кому-то какие-то боссы нужны, напишите, скажете, идете. Вторая собака идет, отойдите. Ну назад заходите. Агро, видишь Диорус? Да, на собаке вижу. А еще вижу, как я умираю. Ну это не я уже. Каску бы неплохо получить, я бы вообще был бы рад. Да, Розария? Я бы 5 раз дал. Вообще, фаловские бафы бы получить. Бафы для слабаков. Я бы каски не отказался. Не раздаваем по 5, а по 5 не нахер. Каску раздаем. Окей. Всегда ставь каску. Полин, поставишь на ту резинку? Потому что везде есть этот шаманы. Ой, ну чё там? Чё? Блеснулись. Да? Ловушки нет? Не знаю, не видел ловушки.
есть. О, есть. А, сейчас здесь постою. Поймаю. Справа снял. Войт, это что получается, можно талант на минус 20% агро убирать, да, тип? Да. Вообще легко. Его можно в том случае убрать, если босс будет соло, если с трэшем. Да я трэш-то даже не бью. У меня весь урон в соло цели идет, а по трэшу у меня так там... Проклятие агонии параллельно заходит, если повезет. И это еще и без бдилки. Ну, вот типа... точно, еще символ на бдилку, да? А он стоит у меня. Ладно, без подробностей. Ну, то есть считай это пиздец. Большого тоже сразу челк. Единственная проблема, когда ярости нету. Типа пиздец. А чё такое бывает? По-моему, у варов вроде нет такой проблемы. Есть. Всегда им завидовал, потому что у них ресурс, блядь, копится просто, ну, от того, что ты пиздишь. Нет, ну в танке не так, то есть ты там не напиздишься особо. Там с пухи столько ярости не идет, сколько в армсе или в курике. Тут надо, чтоб тебя пиздили, надо. Хуярили, точнее, блядь, прям по-жёсткому. А если ты что-то типа уклоняешься от атаки, у тебя идет ярость? Да. Особенно как-то блокирует, да? Во всех трех случаях. Опять ярость. Нет, там же вроде. А то Леха там жаловался, что он уклоняется и что-то ему хуёво от этого. Не знаю. Сумантика его нету, ставлю рыбу. Пекайся, Фурика. Слобик зайдет в игру или нет? Не знаю. Писал что? Может, он и писал, я не свет знаю. Свет у него нету в Дискорде. А потом написал то, что он у него появился, сейчас зайдет. А у Мосса КД на ЦЛК пишет. В смысле, с кем он был в ДВ? Наверное. С кем еще? Ну кикните его с рейда, чтобы ему не вынечислялось, чтобы потом не снимать. Народ, чё, кого самонить? Обойдёшься ты на этом КД без клятвы. Так, с этот... Чё, кто? Народ. А, достойно. У него есть клятва на коте, там, в принципе, на мишке. Нужно... Потом доберешь, когда никого не будет. Все и так хватит шмота на мишке, что. Бронш на суммоним или нет? Контент. Зачем? Ну, у нас 24 тела. На замене один бронсон. Слобик заходит, нет? О, подайте фу. Где слобик? Есть я вообще вам посмотреть? Нет. Дай промоут, Лёх. Смотрите туда, Вара. Благо по-братски кулаки, дай. Уже есть. Дай проверку. На боссе кто будет? Я сначала на боссе. Неликс, Полина. Yeah.
еще раз. Этот там. Лара, Одиссе авторизуйте на всякий. Нелик готов? Пишет тревог. Скажешь, плюсанешь, короче, как готов. Перетяните, Лара, он в фугареде сидит. Да, Лора, сдвинься чуть правее, поближе стану к рейду. Он в лобик зашел. Окей, пускай пока. Неликс готов, нет? Слишком далеко. Все готово, поехали. Цены для тебя на Эликсон Холю ДК. Твар, вы нас измели зоны. Че, первый раз что? Мастера разножку. Ну да. Именно большинство есть там по 20. Кому плюсовать? Коник. О, не оторвись от ротации. Видишь, даже не почувствовал. Сейчас добьем босса. Попробовать вообще не сбегаться, а под гира его просто завалить. Да под сейвами прокатило бы. Так, Жнен, сейчас дам лучше. Да, был моим любимчиком, как и Гниломорд. Молодец. Оставил столько газа. Я его даже чувствую. Надо дальше. Внимательный слотом, ты помнишь. Авторизуйте вару в действиях, фарада показания. И не подставляйте. Костяный. РДД на рейндж. Сразу все РДД на рейнджа стоят. У нас их раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь как раз таки. Плюс декат. Девять. Скиллы под боссом?
Хилы под боссом, Матиола выйдешь на рейндж, короче. ДКшку поводишь. Жунаен добивай. Библ, что не хватает. Да все, я добежал. Еще кто-то бежит. Он 3 РДД-4 сидит на замене. Че, гоу нет? Сейчас добежит же, наверное, поедем. Че, 3, 2, 1, да. Через босса бегайте, РДД. Бежите через босса, Матиола. Сова. Печально. Сова Долорес подкупилась. Липучка, вонючка. ДК, уходи. Мелкого добейте, слизни. Профа сразу убьем, нет? На пинцов. Сразу дроу. Профа, ничего дальше. А кто, кстати, осколки лутает? Джинуэн. Кто разраливает, тот и лут. Да, так бы. Я просто вижу Джинуэн, я что-то не думал, что он собирает.
Надо, короче, всем шаманам дать посох собирать. Чтобы мой щит с робота в ХМ-ке не ролили. Когда все собираете посохи. Так, этот контроллер там раздайте. Завис. Это не то. Пролагал. Кашка тяни, короче. Да притяни сюда. Да. Так, короче, я на боссе, ты на киллом, все остальные ОДД, все РДД сидят на тысяче, что вас мало, велики сами босса убьют. Даю проверку. Думали, что одолели нас. То же самое, велики. Если разбегаетесь, разбегаете в сторону балкона. Коника на меня напулишь. Валанара, Элрейна, Пудыш, Толдаран. Поехали. Тарсанар был досадным недоразумением. Сила света позволит Валанару свершить отмещение. Льется кровь. Хорошо, напулил. Там просто нет, слишком много уехал. Всем... О, сколько? 250. На балконе кинетика. Пулю.
еще РКД откуда-то. И прольется кровь, моя чаша полна. И прольется злодитель. Максонар был досадным недоразумением. Сила сферы позволит Воронару свершить отмщение. Моя чаша полна. Прольется кровь. Падает. Забудь фрага 5 начислить. Поехали дальше. Идти это вот, кто лежит сейчас? Они сдохли, что ли? Разбежались нормально. И по сколько им дать? 250. Я сдох от переагра, мне 300. Рога сдох вообще от того, что это. Так я напулил просто, там уже с КВЕ пошло. Забирай, ты включил шквал и понес череду, да? Да, еще и вихрем до сверху. Я один раз тоже так сдох и тоже за это ГП получил, а больше так не делал. Да он тим обов, да он тим. Тихо. Дайте контроль по бомбам. Сейчас все отъедет. Хилы, что не хилы? Всего лишь 30 тысяч зашли. Баф. Поднимите. Неужели так сложно на вихре разбежаться? Только стоится вечно. Кому-то повезло еще. Что хилы спасли. Хильдж. Yeah.
Баф обновить. Давай рыбу. Дай проверку. Все готово. Поехали. Я допустим. Набил. Может, сбежимся? Уважаемый Неонекс, ты тут? Я здесь вообще-то, под боссом. Чё ты не сбегаешься? Ты чё? В смысле, я под боссом стою, где все? И что, сбегаться к другим не надо? Все не под боссом стоят, все на ранже стоят. Тебя этот антифир по цели перед фиром. Я убил сам по себе. Эфир. Начинаем представление. Сакру дал, рогу прохил. Надо в дискорде вообще, нет? Полипал, где бабл? Почему тебя тени убивают? Ну, тени выносил и не прохилился. Че бабл не нужен? Я бабл на взлет оставлял.
кашку уже сдох. Сотку Неликсу, сотки Розария и ДКшки 250. Кто из миликов флеймы под босса разлил? Можно инфу? Знаю, не заметил. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать. Тупо воет, не заметил лучше. Не, просто в смерти ДКшника виноват тот, кто разлил. Ну там как бы, блять, лужа была близко к мелизоне, и кто-то отошел от нее, а он просто не отошел. Однажды мы с тобой сражались плечом к плечу. Поздно отбежал уже, когда сдох. 250 же это вот этому отъехал, который, да? Да, ДКшки. Ну, он уже вдох стоял, опять лужа. Там еще, блядь, его даже хилили. Лужа не убивает первых двух типов. Как и зима на личе. Жена шею забрал ДК, да? Иди одного в сторону. Дадите мелики. Берешь, если трож сзади прибежит. Глупый крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы! Я влеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней.
Тоника. Я. Это я следующий. Понимаете? В комнату сразу никто не заходит. Давайте кэш. Сейчас, блядь, допустите, лайк будет. Маги, поставьте столик. То что это все кончилось. Сейчас рыбу поставлю. Забегайте. Да мне между пулами отпиваться. На рыбу стал дом. Рыба стоит. Так, короче, алло, я справа, я слева. Вот, если хочешь, тоже можешь погонять. Да, если что, меня подстрахуешь, пинг поднимается. По хилам Розария просит Полины. Хилите. Ну, народ подхиливаешь, короче, спекайся то. Розария здесь? ДК в чат что-то писал про врага. Да, бьё 2 минуты. Он уже бежит. Ты с какой стороны будешь? Я с левой, вы вдвоем с правой. Малой немножко подлагивает, ты с правой. Угу. Все, погнали. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Герои, вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Долорес, что ты не на своем месте? Да тут без разницы, трэш и так умирает, там милики вылетают эти. А там стоишь. Там вот соло трэш про товаром убивай. Нужно подойти поближе. Хуёво, затея, блядь. Чё там? Чё, рыс? Да, у меня вопрос такой, мы с лича что-то продавать будем, нет? Клятву. Ты уже продаешь? Да. Ну что торгуется? А там же монороты надо, не? Слабик, будешь, увижу хоть раз в ХМ-ке, блядь, тогда что-то расчет. Я тебя, блядь, вижу только в доте, я тебя вижу, блядь, еще в Хардстоуне. Вы что, в доты Хардстоун с ним катаете? Леха, сколько ПТФ? Я не играю в дот. Хардстоун. Я просто вижу, что он постоянно. Слабик потом покажу, как включить это. Хорош. Ты ему подскажи, как настроить, чтобы показывало, что он в ОКХМ сидит. Это можно сделать плохому, а не учить.
Потом будет 5 раз на замене, один раз при. Блять, там дохиливается. О, жирный. Это работа так. Хватает что? Сука, я обрыгался. Надеюсь, на клавиатуру не попал. Я думал, вы захилили, блядь. Обалдеть, тротвара убили. Да там, бля, все бы было бы заебись, только белки вышел еще один. Все, удаляй вара. А его никто не хилил. Его только могильное касание похилило. Да я далеко ставил. Я хотел уже крик нажать, уже был выжил. Ой, тебе даже босс намекает. Две шеи на танка предлагает. Да мне есть такая. Он тебе говорит, приоденься. Все, поехал. Протвару не нужен шмот, вы не шарите. Что привело тебя сюда? Протвары так нихуя не может, да? Протвары не берут в рейд? Да-да, что со шмотом, что без. Что, я на танках кто там родил, нет? Жесть, дыши. Спек разрадовать. На успех можно? Сейчас я посмотрю, кто рода. Народ тебе не надо? Я мальчишку взял. Вот как раз две отдашь. Вам покажете спеки. Этот Жумаин, забегай. Пошли в комнату. Вага, а хочешь я сделаю, что он у тебя сейчас не будет клятву покупать? Не. Там еще ачивочка слетят, а мне только клятва. Да я знаю, что у него нет ачивки. Он мне постоянно пишет. Окей. Полина хилишь за двоих. Короче, кину рейд Байеру, пускай сидит, ждет. Ну еще рано. Два босса впереди. А он уже готов. Чекайте, гены нету, сейчас просто пойдет. Гена сейчас появится. Сколько там по времени? 19 на ночь, сейчас я напаяю. Ну типа сделаем скриншот, отправим ему. Пускай порадуется. Короче, я с этой стороны заберу. Вы там что и забираете? Да сука. Стаки вы еще висели на полминутки подольше. Кнопки тыкать надо активно. Ну да. Когда мобов нету, тыкаю. У протвара одна кнопка. Покинуть тело, блять. Кстати, проверил этот вот сиротин. Проверил вот. Короче, проверил вот. Вот эту вот херотень. Она не совсем работает так, как должна. Вот это. Оно абсорбит, получается, каждые 15-20 секунд вот эту вот цифру. Я думал, там абсорб идет именно на цифру. Там каждые 15-20 секунд абсорбит 4206 тысяч урона от моей огня.
Ну, если они перепишут эти зельки, как фласки вот новые, это будет иметь смысл, а так нет. Да не, ну, когда стоишь на ларе танчишь дальнего, лишний там, блядь, деф в виде припота не помешает. Ну, просто, знаешь, там 6000 урона поглотит, это уже заебись. Тем более, если 6000 урона поглощаются каждые 20. То есть, грубо говоря, за минуту там 12000.